Всем огромный привет! И сегодня мы с вами начинаем новый ремонтный влог. В этом видео вы увидите, как мы гуляем по Икее, покупаем кухню, заказываем, соответственно, доставку на дом, покупаем также подвесную раковину с тумбой, увидите, как кладут пол в нашей квартире, как нам натягивают потолки и, возможно, что-то еще. Желаю вам приятного просмотра. Для начала отправимся в Икею. Того, что не было в магазине IKEA в наличии, я решила заказать у них на сайте. Ввожу в поисковик название, проверяю размеры, описание внешнее и добавляю в корзину. Выбираю тумбу, выбираю белый цвет, проверяю еще раз размеры и добавляю в корзину. Проверяю, все ли я положила в корзину и готово. Вот и наступил момент, когда мы начали натягивать потолки. Это было нечто. В квартире было очень жарко. Thank you.
Потолки натянули уже везде, и сейчас мастер вырезает отверстия под наши точечные светильники. Сначала он берет пластмассовую круглую штучку, намазывает на нее клей и клеит непосредственно к месту закладной детали. Потом вырезает внутри пластикового кружочка отверстие, куда вставляет на вагах точечный светильник. Люстры решила я собрать все сама. Это люстра из комнаты. Собралась она, в принципе, очень быстро. Также вешаем карнизы на заранее сделанные закладные детали. Приехали ребята устанавливать двери, монтируют петли. Thank you.
Огромное спасибо за просмотр, ставь лайк, пиши комментарий внизу и обязательно подписывайся на канал. Также нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Мы совсем скоро увидимся. Пока-пока!